Когда с вас сняли негатив, порча с глаз и все остальное, как можно это проверить? Ну, я всегда говорю, по снам проверяйте. Не всегда может быть так, что у человека все сразу наладится. Почему? Потому что бывает, как здоровье, вот ты лечишь таблетками, у тебя какая-то болезнь. Надо вылечить таблетками. Должно пройти время, чтобы восстановился орган. Поэтому, то есть здесь то же самое. Должны восстановиться события. Как определить, сняли или не сняли? У меня на сайте есть именно вот символы. Если вас правильно почистили, все это сделали, смотрите по своему, опять по своим снам, по символам. Но другого метода нет, я могу сказать так. Почему? Потому что разные символы, разные самые. Да, сразу, не всегда может все регулироваться. Должно постепенно все входить в свою норму. Как и события, то же самое. Хотя бывает по-разному. Бывает, муж ушел, почистили, и он пришел. Такое тоже может быть. Это разные порчи, разные, вы говорите, воздействия и все остальное. Поэтому я приведу пример, очень интересный такой, после чистки женщины. Например, два примера. Вот после чистки одна женщина знала, что ее почистили, и ей приснилось на следующий день, что она чистила зубной пастой себе зубы. А зубы были черные, грязные, вот такие вот, налет какой-то был. Ее почистили, то есть чистила зубы. Зубы – это символ здоровья, это символ угрозы смерти, может быть. И поэтому вот зубы она почистила, это говорит о том, что это чистка. Другой женщине, когда ее почистили, она даже не знала, что ее почистили. Поэтому. И ей в эту же ночь, это дочь заказывала просто по фотографии и все остальное. И дочери приснился сон. Вернее, дочери, матери приснился сон, она сказала дочери по телефону. Говорит, всю ночь пятки чистила сегодня. Поэтому вот ключевое слово «чистила». Поэтому, значит, очищение произошло достаточно неплохо. Поэтому разные виды есть очищения, но не всегда это можно подтвердить, вам говорит, ну вот буквально. Поэтому по снам надо смотреть символ чистки, он может прийти это. Подметать пол, пылесосить, мыть полы. Ну, в принципе, у нас есть своя система очистки в организме, которая чистится. Поэтому, когда, вот, например, вы подметаете пол или моете полы, это не значит, что вы кто-то придет или кого-то выметаете. Это говорит о том, что у вас работает очистительная система. У нас же механизм какой идеальный. Да, очистительная система у нас работает. И поэтому чистит весь организм. Поэтому, если на днях вы сделать чистку, подтвердить может вот это. Хотя вот очищение бывает иногда вот по-разному. Опять смотрим по сюжету. Если вы сделали чистку, и вам приснилось, да. Если нет, значит, может быть, пылесосить это, да. Это то, что организм избавляется. Ну вот, например, мыть пол, иногда бывает это более гибкий символ. Почему? Потому что это может быть тому, что может быть покойник. Потому что есть такой ритуал, когда покойника выносят из дома, значит, моет после него полы. Это тоже идет такой символ. Но это надо весь сюжет сна смотреть. Весь сюжет сна будет показывать. Это гибкие символы.